Кого, блядь? Стоп, это то... Ой, блядь! Все, я понял, кто это, фу. Бля, мне сейчас глаза вот так вот можно взять, нахуй, вытащить. От выроглазного этого розового. Я залил через 30 минут страйк, ну заебись. И Синди говорила, я профессионале. Ой, извините. Звук тихий, я знаю, извините. Мой косяк. Нихуя ты мне! У меня дед так... А где наушники не слетели? Я тоже когда... Я же ниже. Слав. Ублюдок. Какие у тебя отношения с Брюсом Римсом? Да нормальные. Ну все, короче, запускаем еще. Блин, да чего вы падаете-то? Нажрались опять. Сколько можно? Веди себя адекватно. Я тебя зачем с собой в лес-то взяла? Алкаш сраный. Молодые парни. Не надо строить. Вот так вы видите, мы встречи с Лизой. Да, сама я люблю. Это старший. Что, блядь, мне похуй, блядь. А я, знаешь, не люблю тех, кто, сука, ничем не занимается, блядь. Че и на тачке людей давит. Ну ясно, блядь. Ну и все, давай, ББ, блядь. Че, блядь? Так, Неги, скажи, когда я скажу один, скажи один. Один. Охуенные наушники. Заебись, блядь. Я их сломала сегодня. И чинила перед стримом прям. Алло. Пацаны, вы тут? Здравствуйте. Пацаны. Я ей припомню. Или ты идешь с нами, или ты все, или конец тебе. Короче. Я не могу этого забыть, мне теперь хуёво. Well, I can't forget. Блядь, я тоже, блядь! Круто, круто, круто. Я вспоминаю эту часть, мне становится так грустно. Можно, блядь, кнопку F прожмётся? Так, у меня все кнопки другие работают. Все другие кнопки все работают? Да, смотри-ка. Все другие кнопки работают, кроме кнопки F, блядь. Так, может быть, мне надо достать из клавиатуры и как-то по-другому, блядь? Как-то, блядь, по-другому ее надо понажимать, блядь, кнопку F. Алло, ты, блядь, сработал? О, нихуя себе, блядь. Да я, ебать, сука, волшебник, блядь. Вот, нахуй, достал кнопку, нажал на нее, все сработало. Эй, плагиат, блядь. Это плагиат. Пацаны, вы согласны, что это плагиат? Тупо, блядь, плагиатят. Пиздец. Хай. Хай, ты в порядке? Эй. Эй. А, ты спишь? Пиздец. Просто, блядь, плагиат. Я в ахуе. Хай, ты видел это? Ты посмотри, блядь. Ты посмотри. Ты посмотри, блядь. Они, кажется, стали забывать, кто тут настоящий стример. I'm sorry, как бы, блядь. Не, ну, братан, ты, блядь, ну не расстраивайся. Малыш, ну не расстраивайся. Они про тебя не забыли. Малыш, ну ты чё? Ты расстроился? Пиздец, блядь, хорошего мальчика довели. Малыш, не расстраивайся, не грусти, все хорошо. Все хорошо. Он даже линять начал сильнее, посмотрите. Что вы, блядь, сделали, ироды? Бля, в натуре ты тут налинял, а мне тут сидеть еще. Ой, блядь! У-ху-ху, ебать тут шерсти. Даша, пожалуйста, подарите мне, блядь, робот-пылесос, умоляю. Мы тебя любим. Ну, не знает он теперь, не знает. Расстроился, все, пиздец. Говорит, стримить больше не будет. Пиздец, блядь. Никакой харизмы у него нет, пиздец.
Бля, хуёво. Привет, Даш. Вот, о, есть, о, да, нихуя, вот Даш пришла на стрим. Чего? А чё это за челик побежал вперёд? Ебать, а чё это за челик? А, это Костя, слышь, Костя ливнул, и это Костя. Никто не лает. Ты что, дурачок? Так вообще, знаете, вот хотите ощутить, не знаю, все хоть в лице, во всем, просто берете дезик. Это на самом деле очень просто. Я постоянно так делала, просто свежесть рта неимоверная просто. Еще одна Аня, которая ебанулась. Может, слайм сделать на стриме, а? Это моя была идея, алло. Как же я скучно рос. Какое у меня было говёное детство. Я так и не сделала слаймы. Я палкой бил по луже грязной. А люди смайл делают. Ой, слайм. Прошу прощения. С блестками. Осуждаю. На стриме можно делать? Мирвана отлетел с Инклайдом от... Я не буду считать никого. Да и похуй. Даш, просто вспоминаю то, что мне в этом году 21. Орешечки. Шоколадный сухач. It's my life. I did it, my figures. Блять, шоколадки. Орешки, блять. Шики-шики, нами, бэби. О, я, бэби. О, шоколадки. Вроде ничего не качаю. Блин, конченая Алиса установилась. С этим конченым браузером. Бля, Яндекс.Браузер — это самый конченый браузер, реально. Вот без обид просто. Но он всегда, сука, что-то устанавливает. Да, он вот то установить, план. То установить. И везде галочки понаставляет, ублюдина, пока ты не знаешь. Он что, не умеет проверять? Да, вы вообще даже не... Не надо такое, пожалуйста, пожалуйста. Не надо мне еще уходить куда-нибудь. Пожалуйста, с чужим уберите. Все, запоминайте, уберите. А, это вы? О, ты дебил, ты чем меня пугаешь? Ты что, ты совсем что? Это, блядь, как возможно, сука? Ёб твою мать! Я вообще не могу смотреть, я вообще говорить не могу, а? Я кринжу не могу, блядь. Почему? Интересно вообще, как это происходит? Как происходит так, что я даже крикнуть не буду? О, кстати, уши даже разложило, крикнул, ебать. Сука. Блядь, на Пестрова похож, только более жирный. Не могу крикнуть, блядь. Говно, реально. Кит. Кит, воруй. Блять, Юми! Отдай курицу! Ты чё? Хуя он рычит, блять! Бля, отпусти меня, бать! Отдай! Пизда! Да ладно, кисю! Он талисман наш, он с самого начала был. Вот она так орёт и говорит, будто она это жрать потом будет. Будто она сейчас будет... выдерет, блядь, из пасти у этого бедного маленького котика курицу и сожрет ее, блядь, сама. Камон, блядь. Посмотрите, какой он. Со своими песнями. А, какой? Кто знает, давай, этот сейчас пиздец, будем за ним смотреть, бля, как он файт разматывает. На, пилой этого, врынь. Ух ты, опа, секс-контент, тихо, аккуратно. Аккуратно, дети, от экранов вон. Откуда это? Чувак, я тут Бульбик, это возмутитель. И сегодня мы ему отомстим. Слушай, нельзя курить. Кошки как-то курицы. С
спокойней, предрасположенный. Блять, не предрасположен, они спокойнее переваривают, чем собаки. Чувак, не будь тебе маркетологом. Oral-B, слышь, купи! Это неминуемый сюжет, ну то есть... Ой, ой, ебать, вот это пиздец. Типа у нас сколько кошек было в семье, все нормально ели курицу, с ними ничего не происходило. Доброе утро. Вот собаки, да, собаки. Это неплохо. У всех проблемы с тем, что нельзя жрать. Минус, минус ноут. Потому что они начинают чесаться и линять, как мрази. Дару. Я прошла вообще входящую.